вот много различных тестов, но они очень неточны. То есть вот то, что используется в быту, какие-то индикаторные полоски, это не точный метод, совершенно не гарантирует по внешнему виду. Много рекомендаций есть, как определить нитраты, но это тоже недостоверные совершенно способы. То есть для того, чтобы точно узнать содержание нитратов, нужно сдать на анализ лабораторию. Но когда вы вскрыли дыню, либо вскрыли арбуз, вы по внешнему можете увидеть, может, какие-то прожилки, может, какой-то странный цвет у данной продукции. По закону о защите прав потребителей, некачественный товар, вы имеете право сдать обратно в магазин, они обязаны вернуть вам деньги. То есть, если есть сомнения, не надо пробовать на своем здоровье экспериментировать.